Почти половина жителей России не работает по специальности, которой обучались. Это прежде всего связано с отсутствием рабочих мест или должной заработной платы. Мы решили узнать у студентов, какой профессии они обучаются и планируют ли работу по этой специальности. Где ты учишься? В нефтяном университете, Грозненском нефтяном университете. На кого? На программиста. Какой курс? Первый. Планируешь работать по профессии? Да, конечно. Профессия будущего как-никак и... привлекают зарплаты, которые на данный момент есть. А не думал поменять профессию? Да, были мысли, но я думаю, что самый оптимальный вариант это на сегодняшний день это быть программистом. Mm-hmm. Конкретно до меня. Mm-hmm. Есть статистика, которая говорит о том, что в России большинство людей работают не по профессии. Mm-hmm. Как думаешь, почему это так? Из-за того, что большинство на кого идут экономист, юрист, а их много. И конкуренция большая, и работать им уже негде. Вот, получается, я думаю, из-за того, что нету рабочих мест. А по-твоему, это плохо работать не по профессии или хорошо все-таки? Я думаю, плохо. Считай, время потерял. На кого вы учитесь? На детского педагога, психолога. Вы планируете работать по профессии? Конечно, планирую. Уже проходили практику? Нет, как раз завтра у нас практика, первый день практики. И кем вы будете работать? Детским педагогом, психологом. Где вы планируете работать? В школах, в больницах, в садике? В детском садике, в своем районе. А вы прям хотите работать в детском? Очень хочу, очень. Я детей обожаю. Я учусь на первом курсе филологического факультета кафедры журналистики Чеченского государственного университета. Будешь работать по профессии? Буду. А ты любишь эту профессию, журналистикой будешь заниматься? Да, с детства, можно сказать, была такая мечта, и вот сдал ЕГЭ, можно сказать, исполнил, на процентов 50. Если закончу, думаю, да, буду работать. Есть планы поработать именно в печатном издании. А видишь себя в какой-то другой профессии, думал об этом? Да, еще мечтал, в начале поступить, может быть, на юридический факультет, но передумал, были на то причины. Есть статистика, которая говорит о том, что в России большинство людей работают не по профессии. Как думаешь, с чем это связано? Почему люди работают не по профессии? Наверное, больше из-за того, что образование не на таком высоком уровне. Не каждый может найти себя в профессии, в той или иной. Бывает, ты учишься, проучился 4 года, а потом понимаешь, что не твое это, и приходится выбирать какую-то другую профессию, чтобы элементарно, чтобы прокормиться. Я учусь в Кисловодске на московском филиале, дистанционно, заочно. А на кого? На юриста, на второй курс сейчас перешел. Хочешь, будешь работать по профессии? Я думаю, не собираюсь. Я больше связан с общепитом, готовкой, вот это все. А почему? А ты вообще работаешь как-то параллельно с учебой? Неделю назад уже все, перестал работать. А почему ты пошел учиться на юриста, если не планируешь работать в этом направлении? Я думаю, что больше образования было, так как, не знаю, больше юрист мне как-то ближе. Не знаю, может и буду работать, я точно не знаю. Но пока что без... А вот смотри, в России есть такая статистика, что большинство россиян не работают по профессии. Как ты думаешь, с чем это связано? Может, из-за нехватки работы или как? Я думаю, так. А ты учишься? Нет. А уже закончил учебу? Да. А чем ты сейчас занимаешься? Ничем. А работать планируешь? Нет. Я учусь в ГГНТУ. На кого? Инженер-технолога. Планируешь ли ты работать в этом направлении после учебы? Нет, потому что я хочу начать бизнес, чтобы я имел свой собственный бизнес. А в каком направлении будет бизнес, если не секрет? Пока думаю. А почему ты не хочешь работать в своем направлении? Мало заработной платы. Почему ты поступил на учебу туда? Мама захотела. На кого вы учитесь? На строителя. А где вы учитесь? Инженер. В нефтяном. Какой курс? Третий курс. Планируете ли вы работать по профессии? Это зависит от того, найду ли я работу или нет.
по профессии. А это прям принципиально, чтобы вам обязательно работать по профессии, или вы можете рассматривать и другие? Да нет, в принципе, могу любую должность занять, без разницы, по профессии или нет. А вы как думаете? Ну, согласен по-любому. Вы работаете по профессии? Нет, на данный момент нет. Вы уже закончили учебу? Да, закончил экономическое образование. А где ты учишься? В ЧГУ. На кого? На юриста. Нравится эта профессия? Да. А после учебы планируешь работать в этом направлении? Да, конечно. Почему? Тебе нравится юриспруденция? Кем ты будешь работать? Я буду дальше работать на юриста. Адвокатом, прокурором, судьей? Прокурором, надеюсь. А не думал переквалифицироваться? Пока что нет. Где ты учишься? Я учусь на юридическом факультете ЧГУ. На каком курсе? Первый курс юриспруденция. Планируешь продолжить работу в этом направлении после учебы? Да, я планирую продолжить работу в этом направлении, так как нужны квалифицированные юристы нашей республике. А не думал менять профессию? Пока что нет, не думал. Нравится тебе эта работа? Очень. А кем ты будешь после окончания учебы? Я думаю, что, скорее всего, адвокатом. В России есть такая статистика, которая говорит о том, что большинство людей работают не по профессии. Как думаешь, с чем это связано? Почему вот так? Прежде всего, это, наверное, связано с тем, что люди плохо учатся на свою профессию. И это квалификации не хватает для этой профессии. А как думаешь, как ты к этому вообще относишься? Хорошо это или нет, если человек работает не по профессии? Скорее всего, если он не работает по своей профессии, то он не квалифицирован для этого, то да, это хорошо.